В антипасху митрополит Омский Таврический Владимир совершил божественную литургию в Казанском соборе Омска. А накануне архипастырь возглавил всеночное бдение в городском Воскресенском соборе. Первое воскресенье после Пасхи носит название «Фоминой недели антипасхи», что означает «вместо Пасхи», то есть не противопоставление, а последующее событие после Пасхи, когда мы вспоминаем встречу с апостолом Фомой. Всеночное бдение владыка совершил в Воскресенском соборе Омска. Божественную литургию антипасхи митрополит Омский Таврический Владимир по традиции совершил в Казанском соборе города Омска. В этот воскресный день Евангелие напомнило и о еще одной очень важной теме – теме веры. Когда Господь, явившись в Фоме, сказал: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Мы сегодня с моим клубом, спортивно-патриотическим клубом «Десантник», приехали причаститься. Вера важна для того, чтобы укрепить свои традиции, быть успешным в жизни и делать добрые дела. После литургии митрополит Владимир напутствовал прихожан усердно молиться и неустанно трудиться над собой, чтобы любое маловерие и неверие превратилось в глубокую живую веру. Дети воскресной школы порадовали духовенство и прихожан своим выступлением. В антипасху церковь еще раз провозглашает победу жизни над смертью, призывая нас верить в то, что все трудности преодолимы, и какими бы ни были обстоятельства нашей жизни, Господь не покидает нас.